Итак, друзья, продолжаем играть в Fallout 4, дополнение Автоматрон. Мы в убежище механиста. Пришли надирать ему задницу. С нами Ада, замечательная наша работиха. Вот. И собирать я ничего не буду, к сожалению, я весь переполненный. Вот. Как бы ничего тут интересного нету. Ну, кроме вот этой колы, которая у него в руке, опять же, она мне уже не нужна. Поднимаемся наверх. Два. Тут любота. Быстро раскатаем. В одну пачку им насовали, можно сказать. Так, пробежим. Немножко проседает ФПС у нас. Играем все-таки на консоли. Не все так замечательно, как хотелось бы. Ну-ка давай, покажи. Опа, 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 опа. Надо залечиться, залечиться, залечиться. Ох, чуть не убили просто. Вот так вот подлечимся. Это что такое? Опа, Сити упал. А ты кто такая? А, ремонт, это Ада наш. Офигеть, ее ноги снесли просто. Ада, давай. Я верю все. Что это такое? С чем мы его? Да, поговорю с тобой. Фух, повезло просто мне, просто повезло. Сейчас бы я на том свете уж был. Ну я нафиг, я включил этот стимулятор. Отключи его, я не хочу быть невидимым. Так, ладно. Блин, мешает, конечно, она нам. Ну да бог с ним. Идем дальше. Может это и к лучшему, что нас не видно. Есть мини-заряд толстяка, думаю, пока я его не буду израсходовать. Мало ли что будет впереди. Уже вот нам едет танкобот. Мы ему руку должны вынести. Есть, одной нету. Вторую надо сломать, чтобы он даже двигаться не мог. В нашу сторону. Ну, нифига себе. Оп. Взломать можно его. Так. Самоуничтожение давай. Отойдите. Походи. Не хочешь что ли? Ой-ой-ой-ой. Полегче давай, парень. Остался один пепел. Ада, приходи в себя. Нам вообще столько дел с тобой делать. Так, и... То есть он сам себя тут дрюкал. Создавал себе броньку. Как мне пройти-то? Куда вообще мне идти? Возможно, сюда надо. Как предположение. Хотя отсюда я прошел. Так. Я немножко запутался, товарищи. Даже не немножко, а ножка. Совершенно не понимаю, куда идти. Возможно, я не доглядел где-то. Сейчас опять проверю.
Больше задается вопрос, зачем все вот это здесь было? К чему оно здесь было? Ага, вот оно что. Понятно. Значит, еще все. Все правильно мы делаем. Аккумулятор заберем самодельный. Ну-ка. А, ты давай. Открывай. А, да. Ты где? Ну вот куда она делась? Ну ё-моё. Закрыл что ли это? Черт подери, а. Ну что ты тут забыла? Выходи. Блять. Дура тупая. Давай, давай сюда. Блин. Быстро еще нашли ее, хорошо что. Итого опять замки, замки, замки. Офигеть, да, под маленьким зданием оказался гигантский бункер. Не то, что гигантский, а просто огроменный. С тучей дверей, замков, защиты и роботов. Ух ты, хламобот. Так, тут типа можно тренировать Адусу, я так понял, по мере рубилова. Okay. Come on. Давай, покажи. Замечательно просто. В два счета вынесла. Так, что у нас тут есть? Тут радиация у нас. Есть жизни. Валим отсюда. Так. Идем, 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 не стой здесь. А то тупеешь. Восстал из мертвых, можно сказать. Думаю, это кнопочка. Давайте ногу ему отстреляем. Чтоб он бегать не мог, а ты там плавал. Хорошо. Ну, блин, ну не то, ну нет, ну что ты пьешь-то отсюда? Тут мало того, что грязная вода, еще, наверное, масло с этих роботов потекло. Давай взломаем тебя. Ну, мы отключили его.
Глупая жестянка. Так, ну что? Не знаю, где я, не знаю, куда пришел. Надеюсь, иду хоть куда надо. Коробочка с боеприпасами. Так. Оружейный верстак. Да как, нафиг мне нужно? Надо было поставить бы ядерный магазин, да нифига мне нету с собой. Иди сюда. Понятно. Мы едем, едем, едем в далекие края. Вот только не говорили то, что мне сейчас нужна она. Вот это вот существо, которое не может прийти вовремя. О, нет. О, как все залезло? Эй, не важно. Будешь открывать, нет? Ну что, друзья, думаю, на этом мы закончим. Вот, в третьей части мы... Ну, просто посмотрите, что это творится. В третьей части мы продолжим наше путешествие. И думаю и надеюсь, что уже встретимся, наконец-то, с механистом. Всем спасибо за просмотр. Понравилось, ставьте лайки. До новых встреч.